Джесси. Джессика. О, и Лаки заступается. Джесс, ты чё к ней пристала? К нему, вернее. Чё-то она докопалась до лорда. Да? Мамка тебя ругала? А он рычит на нее. Помните, как и в первом помете, она постоянно строго относилась к Челси. Так, и кому еще? И к Рокки. Вот она постоянно как-то их всех не трогает, кроме них. И теперь лорд она. Лордик, чё маман?